Тема комфортной городской среды, а именно так называется глобальный проект «Единой России», получила логическое продолжение на состоявшейся отчетной конференции местной парт-ячейки. На этот раз акцент был смещен на программу по благоустройству дворов и внутриквартальных территорий. Здесь также суммы финансирования исчисляются десятками миллионов рублей, а результат работы виден из окна квартиры. Заявленная годы назад как партия реальных дел, «Единая Россия» следует этому тренду и поныне. Уже при разработке проекта упор был сделан на так называемую обратную связь. Жильцы многоквартирных домов сами решали, что и как будет реконструировано. Так в магнитогорских дворах появились сначала строительная техника и рабочие, затем новые игровые спортивные площадки, парковочные карманы, урны и скамейки. Впрочем, рассказывал докладчик, всего не перечислишь, а у каждого двора свой сугубо индивидуальный фронт работ. Начав неохотно и с изрядной долей недоверия, горожане, впечатленные успехами соседей, все более активно включаются в реализацию партийного проекта. На сегодняшний день в программе 61 городской двор. Были пассивными, некоторые настроены были негативные, то, что ни во что не верят. Ну вот в некоторых дворах дружно вышли на улицу и более 50% от живущих в конкретном дворе приняли решение поучаствовать в программе благоустройства этого двора. Были собраны и оформлены соответствующим образом заявки, было учтено уровень оплаты за ЖКУ, значит, и комиссия соответствующая провела отбор, какие же дворы попадут по заявленным критериям в эту самую программу. Наряду с парком у Вечного огня, и об этом также было сказано на конференции, методики реализации дворового благоустройства в Магнитогорске будут рекомендованы другим муниципалитетам области. Кроме стратегических вопросов, конференция избрала рабочие органы местного отделения, также были определены делегаты от Магнитки на региональную отчетную конференцию.